все майнкрафтеры знают момент Дрима, где он прыгал по лаве с помощью лодок. Так вот, кажется, я нашел похожий трюк с еще большей сложностью. Версию Майнкрафта на телефоны порой очень трудно понять. Да. Но зато здесь работает тот самый трюк. Для этого нам понадобится лук, зачарованный на отдачу, стрелы и пару десятков, сотен... тысяч лет тренировок. Игрок прыгает с большой высоты и стреляет из лука сам в себя под определенным углом. Стрела откидывает его вперед, давая возможность выстрелить еще и еще. И вот таким интересным способом можно преодолевать довольно большие расстояния. Способ очень старый, ведь его использовали еще до появления элитр. Но о нем кто-нибудь знал? Ставьте плюс в комменты, если знали об этом. Пока!